друзья, сегодня мы будем делать картину с этюда, так называемая настоящая работа художника. Сходить на этюд, изобразить понравившееся место, сделать композицию. Поймать мотив, который приглянулся. И, будучи уже в мастерской, с него написать работу побольше. Ну вот это, в принципе, будет по-настоящему. Не с фотоматериала, а именно с этюда. Этим мы займемся. Этюд был сделан в Крыму. Это музыкальная беседка в Партените, в Айвазовском. Очень такое крымское замечательное солнце. Ну, первым делом, конечно, приступим к рисунку. Формат немножко другой. На мольберте чуть-чуть вытянутый. Вот. Поэтому придется и здесь немного с композицией порешать, подумать, как это сделать правильно. Очень тяжело рассказывать, поскольку у меня в руках этюд, который я сделал с натуры. Я с него просто срисовываю. В данный момент мы в этой музыкальной беседке делаем ее как бы внутреннюю часть, рефлексирующую теплыми цветами. Спросят на ютубе, чего вы опять молчите? Сам пытаюсь попасть в цвет и в тон.
Так. Рефлексы наметили. Внутреннюю часть. Теперь просто холодами намечаем. Колоннаду. Беседки музыкальные. Ну а как они получаются? Это заходили вовнутрь, да? Ну там, такая кричали. Специфическая приятная акустика, если зайти внутрь. Вот из-за этого купола, да? Из-за этого, я не знаю, как это сделано, но сделано это, видимо, специально. Акустика хорошая. Поэтому называется, да, музыкальная беседка? Поэтому называется музыкальная беседка. Была одна какая-то девушка, с бабушками. И эти бабушки очень сильно уговаривали ее там спеть. И наконец она там спела. Просили, и она там заголосила. Ох, и классно у нее получилось вообще просто. Очень здорово. Ну и нашел профи. Ну это была единственная. И то ее просили. Остальные... А в основном это были пьяные мужики и пьяные женщины, которые пели там, пусть бегут неуклюже, заканчивая попытками какие-то оперные вещи. Жалкие попытки. Ну так тяжело было рисовать, рука тряслась. Баскова там не заметил, не было. Да, это тоже был Баскова. Тортила. Не кормить. Да, да. Черепашка тортила. Последняя фраза убедительная. Не кормить. Все подходят к этому пруду, они начинают сразу глазами искать эту черепаху. Ну что еще делать? Такой юморный случай. А я рядом сижу на стульчике и делаю тут. И мужик подходит с девочкой, с маленькой. Она подбегает. Папа говорит, о, черепашка. Потом так поворачивается на меня, папа, художник. Одинаковое волнение. Одинаковая реакция. Что на черепашку, что на художника. Ну да, такие для ребенка, да, соразмерные.
Две реальности. Черепашка и художник. Черепашка. Папа черепашка. Папа художник. Так, ну чуть-чуть здесь архитектурку надо выделить. Все-таки классно писать вот с этюдами. Можно сказать, с хорошего материала, да? Ну, это же просто, понимаешь, сказка. Совсем другие чувства. Подожди, объясни, почему? А? Это же такая фотография, как фотография. Нет? Нет, здесь ты все пережил, здесь ты все пропустил уже через себя. Фотография — это чужой взгляд, фотография не дает того цвета. Дело в том, что каждый этюд делается с настроением. То есть настроение природы, а ты потом трансформируешь его через свое собственное настроение на картон, холст. А когда вот списываешь с этюда, работаешь с этюдами, вообще этюдов надо, чтобы было много. Если ты делаешь полноценное какое-то, пытаешься сделать полноценное произведение. Вот и когда ты работаешь с этюдами, ты как бы невольно начинаешь ощущать те переживания, которые ты чувствовал тогда, будучи на этюде. Так, ну это мы подмазываем небо. Надо, чтобы оно было с добавлением разных желтых, чтобы оно светилось где-то там. Называется «Секреты мастерства». Рукой размазать. Кисточкой так бы не получилось. Ну надо ж... Мягкость какую-то, да, там? Ну, да. Мягкость. Разные применять техники. Где-то... Рукой, где-то пальцем. Где-то пальцем, где-то рукой. Где-то мастихином. Вот эти все размазки, знаешь, для чего нужны? Для чистоты цвета. Mm-hmm. Не для фактуры. Для фактуры, как правило, это, знаешь, передний план там делают. Да, вы
интернете сейчас, не помню, видел, там есть популярные вот эти вот современные абстракции, там, где грудью рисуют. Ну, конечно. Естественно. Ну как же, так это придумано очень давно. Честно говоря, вылетело из головы. Частями тела. Фамилия этого художника, он первый придумал это. У меня есть документальный фильм, когда он барышень обмазывал синим цветом, и они там катались по холсту. Ну что ж, молодцы. Чистый цвет. Потому что если мы будем писать по темному подмалевку, этот цвет будет грязным, размазанным, смешанным с другими цветами. А нам надо написать в один раз. Если работу делать постепенно, давать каждому слою высохнуть, тогда, конечно, можно сначала подмалевок сделать темный, а потом сверху писать светлый. Но у нас такой возможности нет. Посему... Вот так вот. Ну что, сейчас можно и задницу. Только сначала вытрем палитру. На видео, наверное, кажется, что это чуть ли не черный, хотя это не так, это зеленый, немного коричневый. Thank you.
сейчас некоторые спросят, быть может, спросят, почему не взять большую кисть, к примеру, да, и не замахать сразу вот эти вот все пространства. Можно взять пошире кисть. Дело в том, что, конечно, можно. И будет это достаточно правильно. Но в данной небольшой работе интересны разнообразные штрихи. То мы в эту сторону пошли, то так закрасили, то сяк. Широкая кисть дает сразу большую плоскость работы. И теряется вот это все теряется. Сразу как бы закрашиваешь все. Если большие картины писать по 1.5 метра, тогда, конечно, удобно широкой кистью. А маленькую такую работу, но тем не менее, это как бы уже картинная работа. Потому что пишется с этюда. Все равно хочется разнообразить какими-то разными движениями. Рисование кистью. Мне нравится порисовать, поэтому я от этого балдею. Кто не любит рисовать именно, тот может взять флейс большой или мастихин и подобные вещи проделывать мастихином или флейцем, широкой кистью. Работаем с темными цветами. Зеленый, коричневый. Темным местам в картине. Свет мы уже там определили, что светлое.
Но это еще не законченный вариант. Мы просто пробегаемся кистью по темным участкам. Зеленые в сочетании с охрой. Это очень тяжело рассказать и определить, потому что у меня уже это на интуитивном уровне. Это все зеленые, как вы видите, светлее, темнее, все дело в том. Thank you.
Свет по форме деревьев здесь кладем. Немножко света. В обязательном порядке. Расскажи, как ты познакомился со своим учителем? Вот как первая встреча? Да, конечно, да. Обязательно рассказать несколько слов о своем учителе. Я тогда учился в художественной школе еще, то есть ребенок был. Это сколько тебе лет было? 14 лет. Где-то так. Вот. И проходил мимо художественного музея, увидел афишу, вывеску. Выставка акварелей Гуга Вильгельмовича Шауфера. Это в Крыму было, да? Да. Ну, понятное дело, что когда ребенка нет. Тяжело было даже прочитать, что это за имя, фамилия. Он же немец. Но, тем не менее, я от выставки был абсолютно восхищен. А что за работы у него были? Какую технику? Акварельные работы. Но именно акварель, да? Это только акварель, да. Угу. Только акварель, но они были форматные сразу же. У него большие, то есть средний формат где-то 70 на 50. 80 на 50, вот так. Причем хорошим паспорту, в рамах. Ну, выглядели просто великолепно. Вот. И я, значит, себе запланировал обязательно с ним встретиться. Потому что на афише было написано, что встреча с художником произойдет тогда-то, тогда-то. То есть выставка заканчивается такого-то числа, встреча с художником намечена тогда-то. И я тогда, значит, попросил маму, говорю, я же ребенок, мне это все достаточно тяжело, помоги познакомиться. Договорились, что придет она с цветами, потому что она все-таки работает. Время у нее было ограничено, но обещала успеть после работы на встречу с художником. Я пришел, там народу было много, так что торжественно, Шауфер сидел в кресле. А он уже известный был, да? Да, он был известный уже. У него уже было десятки выставок. Национальных. Кандидат наук и так далее. В общем, куча регалий. Ну, как бы не об этом речь. Мама опаздывала, и я был очень сильно расстроен. Это ж, наверное, еще вечером, да, было? Вечером. Как обычно, да. Все после работы. Конечно, в 6 часов вечера. Ну, в общем, мама успела.
Принесла цветы, да? Принесла цветы и сказала Шауфтеру, что вот мой сын, который находится здесь в зале, и он меня пригласил на эту выставку, очень хочет познакомиться с вами и попроситься в ученики. На что Шауфтер сказал, все, завтра выходим на этюд. А этюд акварелью или масло? Акварелью. Он меня учил акварелью. Именно акварелью, да? Да. Подожди, а как же ты технику маслом освоил? Дело в том, что пришел тот момент, когда сам себе сказал, или я буду второй Шауфтер, или все-таки надо искать свое лицо. И поэтому я с акварели перешел на масло. Перешел, да? На масло. Ну, дело ж... Это интересно. Дело же не в этом. Я ходил на этюды с Шауфером 15 лет. 15 лет. И он меня не просто учил техники. Он учил мировоззрение. Это самое главное, что может дать учитель. Ну да, понятно, что ты можешь потом после этого освоить любую технику. Ну да. Вот. Интересный такой был момент. Момент знакомства с семьей Шауфтера. Потому что... Там же все... немцы. Ну да, там немцы, там все четко. Все готовятся. Еще был жив папа Шауфтера. Ему уже было под 100 лет. И Шауфтер сказал, что к нам сейчас придет художник. Его жена Эмилия. Тело какие-то, я же не помню. Кажется, свои фирменные эти рыбные пироги накрывала на стол. Все ждали художника. А стол, это надо видеть, как они накрывают на стол. Очень все красиво. Начиная от каких-то салфеток, заканчивая вилочками, все на своих местах. Все в приборах. Ну, в общем, здорово. И вот потом рассказывает сама Миле. Говорит, ждем художника, вдруг звонок, и заходит художник. Метр с кепкой. Художник. Это сколько тебе было тогда? Ну, 14 лет. А, да, это ты самые первые, да, первые, это вот тогда, первые, да, дни. Знакомство, да. Знакомство. 14 лет было. Вот. Как они тебя встретили? Ну вот таким вот застольем, все абсолютно четко. Нож, вилка. Ну что, по-немецки все. И папа уже тогда не ходил. Я тогда был удивлен, что его Шауфтер вывез на коляске. Папа с улыбкой поздоровался, сказал, будем так. Причем он был одет с иголки. Галстук, белая рубаха, пиджак. Костюм. В костюме. Столетний старик в костюме, в идеальном выглядит. Вот Шауфтер вывез. Он с улыбкой поздоровался. Поздоровался со всеми. Он потом развернул. Я развернул и обратно завез. А, он не остался с вами? Нет, и обратно в комнату его завез. Надо вывести было, поздороваться. Вот так, так что... А потом, 15 лет, договоренность. Утром, чтоб ты был на автовокзале в 9 утра. Четко, чтобы ты там был.
Ну, я думаю, да. Ну, да. Если он немец, там без опозданий. Без опозданий. И вот, как правило, ждал он. Как правило, ждал он. То есть я приезжал на автовокзал, он уже стоял на остановке, уже ждал. И сразу раз, и поехали дальше на каком-нибудь автобусе. На этюд. В принципе, объездили весь Крым. А вот из ранних работ этих твоих сохранились? Конечно, сохранились. Акварели многие сохранились. Тоже и большие, и маленькие. Но дело в том, что тогда была практика в художественных училищах забирать работы. Mm-hmm. Типа методфонд. Где они пылились потом? Где они потом, извините за откровенность, разворовались просто. Mm-hmm. Теперь этих работ просто нету. Этих работ в реалии не существует. А совместные выставки, вот когда ты с ним? Совместная выставка была проводили? Вот здесь, в Москве, в Центральном доме художников. Была совместная выставка. Он не смог приехать на нее. Ну, возраст уже. Может быть, 90 лет. А где сейчас он живет? Выставка была. Живет он в Германии. Живет он в Германии. И, в принципе, звонил и говорил, что с удовольствием бы приехал бы на свою персональную выставку. А в таком возрасте, интересно, продолжает писать или уже все? Я думаю, что он еще работает. Хотя все меньше и меньше. Да, возраст сказывается. Конечно. Осталось. Видимо, ему хочется с какими-то выставками еще позаниматься, но это уже а как мама твоя не жалеет, что ты стал художником или какую-то другую специальность хотела, да, чтобы ты освоил? Мама все время мечтала, чтобы у нее сын художник. Вот так, именно с этой первой встречи, когда пришла. Мама моя собирала открытки. Когда-то давно продавались открытки с картинами знаменитых художников. И она собирала пейзажистов и вклеивала в альбом. И давали деньги на мороженое родители, то есть моя бабушка. А она бежала и покупала очередную открытку живописную и вклеивала в альбом. Этот альбом до сих пор у меня есть. Я говорю: мам, ну ты, видимо, очень сильно любила пейзажистов, что даже сын у тебя родился художником. Что характерно пейзажист. Mm-hmm. Ну, по большому счету, я не пейзажист. Как бы нельзя сказать, это просто
пришел к пейзажу, занимался абсолютно всем. Натюрмортом, портретом. Разные жанры, да? Да, но остановился на пейзаже, потому что я понял, что это мне ближе всего по душе. Интересно, а Шауклер видел твои видео, вот которые мы делали, где ты пишешь с этюды? Да, конечно, я ему показал. Так получилось, что я сейчас летал в Крым, и Шауклер там оказался. Он тоже прилетал на некоторое время. Я ему показал все. Ну, ему понравилось, внимательно наблюдал. Ну, я думаю, как немец. Он там не оставил ничего без внимания. А-а-а. Ко всем деталям, наверное, отнесся так. Да. Серьезно. Он прорисовывал в карандаше, да? А потом уже работал акварелью. Да, но надо было видеть, как это происходило. Рисовка в карандаше. Это же делалось с такой скоростью. Слушай, как жалко, да, вот и с такой точностью, что вообще... Раньше не снимали видео, не было этой техники, а так бы хотелось, чтобы наследие осталось, как он работал. Конечно. Было бы очень интересно. Да, благодаря сегодняшним вот этим вот недорогим технологиям, конечно, нельзя лениться, да, надо снимать видео, снимать, как пишешь. Так, представляешь, лет через 100, да? Конечно. Тоже там какие-то потомки. Чтоб не говорили, вот там, да, в те годы не было техники, не могли снимать. Остались только картины. Так останется и видео. Вообще так и есть. Абсолютно ты прав. Хотя я не знаю. Художники, да? На удивление, через просто... Через 100 лет какие будут технологии? А какие могут быть технологии, если уже человека не будет? Поэтому зря художники, конечно, ленятся, не снимают. Думаю, что это элементарно, человеческая лень просто. Ну да, сложностей-то никаких нет. Мы не говорим о каком-то там серьезном видео там, со сложным там, монтажом, сценарием. Тут можно просто на штатив ставить камеру и это и снимать, как работаешь, даже без каких-либо помощников, самостоятельно. Да, это исторический материал. Можно подытожить, да? Вот то, чем мы сейчас и занимаемся. Да. К чему и пришли. И призываем всех сознательных творческих людей. Снимайте как можно больше видео вашего творческого процесса. Вашей работы. Так, мы должны чуть-чуть как бы прописать вот эту зелень на заднем плане. Смягчить. Это, конечно, контур-ажур. Но надо все-таки зелененьким.
витает в живописи. Ох. Еще характерно. Я в Москве найти ее не мог. Вверху, по магазинам. Ну там не галереи. Желтый – это теплый, фиолетовый – это холодный. Ну да. А не наоборот. Задник кое-где. Потому что чуть-чуть начинает спорить с передним планом. Вылазит очень сильно. Поэтому нужно не внушаться прямо ладонью или пальцем где-то кое-где подправлять. Так. Thank you.
обработка нюансов. То есть какой-то там блеск на пальме. Доводим работу до конечного результата. Смотрите мои каналы. Будет еще много чего интересного. Мы еще будем делать копии, говорить о разных техниках в живописи. Еще много чего.